Около 30 сахалинских велолюбителей, участников крестного велопробега, приехали сегодня в Благовещенск. Православный велотур уже в пятый раз стартовал еще 2 августа в Южно-Сахалинске. Однако на велосипеды участники сели только в Хабаровске. По пути велосипедисты делали остановки во всех населенных пунктах, где есть православные приходы. О том, помогает ли вера преодолевать большие расстояния и какие сложности были в ходе велопробега, смотрите далее. В крестном велопробеге сахалинцы участвовали целыми семьями. Самому юному путешественнику Артему Мощенко 12 лет. Вместе со своим отцом Сергием он уже в четвертый раз колесит по Дальнему Востоку. Это очень интересно, смотреть на новые города, поселения, вот как мир живет. Батюшка говорил, что приехали за все 5 велопробегов 4700 километров. В этом году, если не считать пары пробитых колес, обошлось без происшествий. Ежедневно велолюбители преодолевали около 140 километров. Несмотря на палящее солнце днем и холодные ночи, колонна велосипедистов добралась до Благовещенска в полном составе. Желающих вернуться домой не было. Участники пробега убеждены, на протяжении всего пути им помогали высшие силы. Ну а то, что Господь вел нас, это однозначно. Почему? Потому что складывались такие встречи, обстоятельства, которые решали очень многие наши проблемы, возникающие там, например, от плохой погоды. Раз-раз мы приходим и ночуем, нас не замочило. Да? Ну и так как-то складывалось все на пути таким образом, что трудностей возникало просто вот очень мало. Возможно, путешествовать велосипедистам было легко еще и потому, что они везли с собой икону Спаса Нерукотворного. Осветить образ участники крестного пробега хотели именно в Благовещенске. В общей сложности велосипедисты преодолели около 1000 километров. Говорят, дорога домой будет проще. Вернуться на Сахалин они планируют на самолете. Денис Свириденко, Игорь Карпов, Новости дня, информационное агентство «Порт Амур».